Здравствуйте. 23 ноября депутаты Европарламента разродились резолюцией противодействия антиевропейской пропаганде, которую ведут Россия и исламистские террористические группировки. Ого, сравнили пальцем, значит, такие вот на одну доску-то поставили, значит. Вот смотрите, что пишут. Для пропаганды, указывается в резолюции, российское правительство использует широкий диапазон инструментов, включая ТВ-каналы, вещающие на разных языках, в том числе Russia Today, псевдоновостные агентства и мультимедийные сервисы, в том числе Спутник, а также бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, собственно говоря, почему одни люди обманывают, а другие люди хотят, чтобы их обманули, да, вот, то есть там власть и электорат.